весовая категория до 82 килограммов боевое самбо. Представляем судейскую коллегию, пока готовятся спортсмены. Заместитель главного судьи соревнований Николай Малышев, судья всероссийской категории Центральный федеральный округ. Руководитель ковра Сергей Гробов, судья всероссийской категории, город Москва. Арбитр Роман Мотылев, судья всероссийской категории, город Санкт-Петербург. Боковой судья Виктор Воронов, судья всероссийской категории, Уральский федеральный округ. Представляет спортсменов в красной форме Дмитрий Самойлов. Центральный федеральный округ, город Старый Оскол. Спортсмену 34 года, является мастером спорта международного класса, чемпион мира. Тренируется у Владимира Михайловича Воронова. Чемпион Европы. Представляем спортсмена в синей форме. Асланбек Кадзаев. Центральный федеральный округ. Город Тверь. Является кандидатом в мастера спорта, победитель первенства России. Добавить и все, то же самое будет, то же самое будет, добавь. Да, да, так же, так же, так же. Еще, 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 еще.
Хорошо, хорошо, ба. Прибавь еще и будет нормально. Прибавь чуть-чуть, чуть-чуть прибавь. Переиграть его! Показать! Прибавь, прибавь, прибавь! Дыши, дыши, дыши. Прибавить, брось, надо брось, надо делать бросок. Чемпиона России по самбо весовой категории до 82 килограммов Дмитрий Самойлов, Центральный федеральный округ, город Старый Оскол. Вот.